Дом 11 по улице Тимакова снаружи выглядит вполне обычно. Типичная девятиэтажка, построенная почти 40 лет назад. Вот только проблема этого дома не снаружи, а внутри. Ну вот мы живем в шестом подъезде на первом этаже. И вот дом не бывает, заходим с улицы. Запах невозможный. Кажется, прямо из труб идет вот какой-то запах. Местные жители рассказали, что подобная проблема продолжается несколько месяцев. В доме стойкий запах канализации и проветривания не помогает. Ну, наверное, где-то протекает что-то. К этой версии склоняются некоторые местные жители. Говорят, что трубы в подвале уже изношены. И добавили, что управляющая компания на ситуацию никак не реагирует. Однако там нас заверили в обратном. Мы обычно реагируем, обязательно проверяем, все прочищаем. Если наши, значит наши прочищают. Если нет, обращаемся в аварийную службу города, прочищаем и лежаки, и выпуски. Если это требуется, вызываем водоканал, прочищаем и колодцы. То есть все производится, обязательно прочищаем все. В управляющей компании говорят, что причиной засора канализационных труб, как и стойкого неприятного запаха, могут быть сами жильцы. Но это все зависит еще от жильцов, мои дорогие. Вы знаете, что мы оттуда вытаскиваем? И памперсы, и тряпки, и бутылки, и чего только там не вытаскиваем. Пишем объявление, что, товарищи, пожалуйста, пользуйтесь правильно канализацией. Но, увы, не все помогает. На момент съемок репортажа двери в подвал были закрыты, поэтому посмотреть на состояние труб возможности не было. Сам капитальный ремонт канализации запланирован на 2031 год. Когда этого времени быть жильцам, неизвестно. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».